Маме отправлю нахуй видео. И в этого участковому отнесу. Не знаю, бля, не надо, Саня, я тебе серьезно говорю, бля. Когда домой поедешь? Завтра буду дома, нахуй. Завтра будешь дома? Да. Не верю, по Станиславскому. Уже увидишь, нахуй, потом. Я потом на WhatsApp буду, нахуй, увидишь, нахуй. Я понял. А куда ты пошел-то? Куда ты пошел? А? Куда ты пошел? Я на вокзал, нахуй. На вокзал? Да. На какой вокзал? Ярославский. Пешком? Да. Сейчас? Да. Ты что, ебанутый? Я, да, ебанутый, нахуй. Время час ночи. Ну и что, мне вообще похуй, нахуй. Вообще похуй. Мне главное, я понял. А вот девчонку с собой заберешь? О? Девчонку он тут. Какую? Вон пошла. Какая попка у меня. Все, догоняй ее. Все, я поехал, Андрюх. Давай, Саня. Не проеби паспорт. Не-не-не, я поехал домой, нахуй. Давай. Ребят, давай. Давай. Это, слышь, если серьезно уедешь домой, ты хотя бы отзвонись. Ну. Отзвонюсь, я тебе сказал отзвониться. Но. Обязательно. Все. Маме пока не говорю ничего. Не, ничего не буду говорить. Все, давай. Будни Савеловского вокзала. Ну, ребят, я не знаю, а девушку вот эту знаю. Король, Санек, ты узнаешь ее стопудово. Я вообще в шоке, лежат на асфальте рядом с хостелом посередине улицы. Сейчас попробуем запилить видос, что творится на совке сегодня. Все как колы пьяные. Он, мужик, вообще не заморачивается насчет ночлега. Такая вот песня. Раз прилег, и нормально ему. Вот дорога рядом, метро рядом, все рядом. Живой хоть, живой, дышит. Доброе утро, последний я герой. Видите, стой. Угу. А, кстати, слышишь, что ли? Как его... Кого? А Урмат, да? Кого зовут? Урмат. Урмат, если... Урмат, если ты видишь этого видео, пиздец. Сектым он 5 километров. Я тебе, блядь, порву так, до такого степени. Там. Сука, ебаный, блядь. Я тебя кормил, блядь. Я тебя поил, нахуй. Я тебя одел, нахуй. Сука, ебаный, блядь. Нахуй ты у меня телефон отработал. Сука, ебаный. Жопа будет порвана, нахуй, блядь, как британский флаг. Так дело не делается. Сука, блядь, ебаный, блядь. У меня телефон отработал. Лошара, блядь. А что еще другое сказать, да? А как вы? Космос, а ты где ночевал сегодня? Веришь, не нихуя не помню. Найдите мне вчерашний день, да? Я вчера нахуярился, блядь. Я отдуплю столько. Вот здесь. Блядь, повтори. Колбаса, колбаска. Вчера я душ.
А, кстати, нас, блядь, вчера мы вчера забрали этого, с этого, с база, блядь. Туда зашли, да? Туда привели, блядь, носовок, откатали пальцы. Он мне не дает рассказать. Ну, рассказывай. Ты. Ну, говори уже, раз начал, говори. Откатали на пальцы, блядь. Как они заебали, блядь. Ну, а ты заебайся. Вот мы попали, и ничего. Нет, там электродная хуйня, понимаешь? Чи-чи-чи. Вот так. Вот так, вот так, блядь. Это ебать. Девушка. Вот так. Дайте 505 тысяч. 505? А ты вот так не покажал. А я покажу вот так. Вот. Для мусора. Мусора есть, мусора. Побольше наверное. Я уже с пятнашки наберусь, блядь, сука, алкаш кончили, в пятнашке, был в пятнашке, его в розыске, был в пятнашке, и его не нашли. Да? Да. Вот как он неуловимый, блядь. Нашли-то нашли, но может и не знали. Они меня вот с этих вот времен знают, когда их. Еще постел пешком ходил. Все, ремонт царя Петра, да? Перед с тобой вот. А, рюкзак еще спит. Брожа. Давай. А, вот это. Сань. А. Это? Санюш, просто. Есть куда гитару, чтобы положить, пока время? Ну, блядь, чтобы не таскать с собой. Я бы все равно не научил. Я даже не знаю, куда мне. Это чувач нас, блядь. Чувач нас скинул. Привязак забрал, блядь. Тебя кинул. Да мне все кидают. Тебя. Который с клетчатой сумкой был, который. Привезет, спиздил, да. Там, ну, там привезет. А, медведь-то там... ушел домой, нет? Кто? Медведь. Медведь? Медведь Лёха ушел прямо со Сыновкина. Он пиздюлей получил от меня, а? Эй, айда сюда, батя. Стопочку будешь? Дай сигарет. И трон вниз и направо. У него падает сигарет. Это не... А я подруга. У Бульбаса упала, да, сигарета? Ой, блядь. Чудак, человек, нахуй. Брат, дай 50 рублей. Вчера, прикинь. Да, да, дай 100 рублей. Сестра приехал. Сестра приехала? Живая. Ничего. За мужем. Такая подходит. И по щекам, бля, опять. Бам, бам. Я говорю, Ир, ебучие глаза, сколько ты можешь? Не обидеть. Эй, Питер! Откуда Питер? Видал, как он одет? Или оно, блядь. Вот такое утро, а? Ой, блин, спать хочу, не могу. Это второе утро, а лучше не могу спать. Мои. Только твои не надо. Мои, да? Я, твои, нормально возьми. Ha, 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 ha.
свои-то где-то там. Ты что, стакан перевернул? Бросаешь пить? А, во, кстати, у меня сегодня... Асла, у меня сегодня полгода, как я не пью. Сколько? Сегодня именно. Сколько это было? Полгода. Сегодня день пограничника. День пограничника? Ну. Дай там нам тогда беру. Зеленая берета будет. Прохладненько. Нахуй ты ночь с собой. Заряжается. Да ладно, батя, ты что творишь-то? Я думал, я шипать помню. А, капот сделанный? В прошлый раз пепельница упала из кафе. Друзья, работаем. Какой-то старопесчаный, что ли, переулок. Ну, короче, Арбат через 20 метров. Вот ставим окошки. И наша вот торопышка вечная, российская, чуть не привела сегодня нас к беде. Вот здесь утром, это сейчас наш автомобиль стоит, а здесь стоял другой. И вот где арки... А, там арка вообще-то. Но наши строители современные сделали ровным. А как сделали ровным? В деревяшку, в раму набили гвоздей и заштукатурили. То есть, когда снимали раму старую, вот эта вся лепнина. Так, на чем я там? Звонок меня перебил. А, ну вот эта штукатурка отвалилась. И вот на эту, на железную решетку. Отпружинил камень один и прям на машину, на капот, которая здесь стояла до нас. Девушка приехала, тут вот какой-то салон красоты или что тут, Citroen у нее. Ну, хорошо, обошлось. Но вмятинка маленькая у нее там есть на капоте. Можно было встрять на денежку.
Так что, ребята, будьте внимательны. А то заработаете 3000 в день, а потратите целую кучу.